Пин, это Страж 2-3. Радару удалось захватить цель. Вас понял, 2-3. Пандора уже у нас на прицеле. Точка назначения — воздушная база Рио-Галегас. Если Айронс хочет нанести удар в этом полушарии, это идеальное место, чтобы начать. Есть один вариант — перехватить Пандору в международном воздушном пространстве и заставить сесть. Координаты для встречи в воздухе высылаю. Понял вас. Команда надевает костюмы. Это важный шаг, Кормак. Ты нанесешь Атласу прямой удар. Хватит прятаться в тени. В общем, Атлас погрузили это оружие на самолет, на который мы надели датчики для отслеживания. Ну и, собственно говоря, я так понял, что мы сейчас выдвигаемся как раз перехватить этот самолет. То есть, как он только приземлится, мы высадимся, ну и, соответственно, всех там замочим. Так, крушение Антарктика. Тип скелетом штурмовой. Сейчас, наверное, кругом зима будет. Капитан Лёшка на посту. Так. Так, а что-то ничего не видно. Вас понял, Страж 2-3. Ваша основная цель — груз. Добудьте его любой ценой. Это что такое? А, это, я так понял, мы с самолета спрыгнули. А, нет, мы летим. Так, а что мне делать? Так, у меня пока нет управления, я могу только голову крутить. Все, мы подлетели к этому самолету, на котором груз этот. Так. Что мне теперь делать? Установить. Хорошо. Сейчас, я так понял, будем прорываться внутрь. Ну или, соответственно, вообще ронять этот самолет. Сейчас посмотрим, что будет. Раз. Да, это вот самолет упадет же, вы что? Сейчас крылья отпадут. Не понял. А, это чтобы типа он сам не летел, а вот этот, соответственно, самолет, который сверху, он его... Соответственно, он его сам указывает, куда ему лететь. Так, управления у меня, я так понял, опять нету. Да, я чисто головой кручу. Еще бы что-нибудь видеть бы. Так, я вообще могу управлять или нет? Нет, я не могу управлять. Это противник или наши? Наши вроде. Кто там у нас? Группа захвата взорвала задний люк и берет груз. Всем отрядам на подходе ГБР Атласа. К вашим позициям приближаются спускаемые капсулы. Прошу вас, срочно перебрось груз на хранилище. Они пунктуальны, надо признать. Давай. Для усиленного прыжка. Ну, и есть такое. Вообще странно, что самолет именно не взорвался, потому что отпилив крылья, там же топливо. Он же, по идее, должен был рвануть. Вообще классно, что враги подсвечиваются. Так их сколько тут? До бесконечности? Так, на дальнем рубеже это движуха. Здесь мне патронов-то хватит. Так, а сюда можно? Нет, сюда нельзя. Я поджарюсь. А так, это наши. Надо у них ствол отобрать, чтобы моего патрончики следовать. О! Люблю эту штуку. Получайте гранатку. Блин, а что? А, так она еще самонаводящая. Нифига себе, классная. Она за курсор? О, а это что за пушка? Что это такое?
Не, нафиг. Я вот лучше с этой пока похожу. Так, ребят, вы мне скажите, куда мне вообще прорываться? Толкать, понятно. Ну ладно, давайте что будем толкать. Это мне погрузить, наверное, на их самолет. Ну, соответственно, на наш. А, я же говорил, что это биологическое оружие. Там на значок был биологического оружия. Во-во-во, а что вы сбили? Так, надо Эми. Свет Эми. Не понял. Я вроде тогда с одной Эми его уложил. Или надо Эми кинуть еще и стрелять? А, надо несколько Эми, понятно. Блин, сколько вас тут? Это куда мы скатились? Это мы попали в какое-то ущелье. Ну, в разломы, соответственно. В Антарктике это частое явление. Лучше не бывает. Да, ты лучше скажи, как отсюда вылазить. Кингпин, как слышно? Нихера не видно, но тут какая-то пропасть. Твою мать, слишком глубоко забрались. Нужно найти путь к грузу. Похоже, тут есть проход. Да. Нифига ты мощная стена. Так, щик. Ладно. Что, погнали? Что у меня там по оружию-то? Свет. О, вот и так лучше. Холодает. Чувак, ты не можешь быстрее двигаться? Так, сюда нельзя. Сюда, значит. Надо сильно далеко вперед не убегать, а то я в какую-нибудь пропасть упаду. Здесь вообще нифига не видно. Все чисто. О. Мочить их нет. Но они не горят как цели. Да, мне насрать, я сейчас их во всех переложу. Куда побежал? Да сейчас. Вас тут до бесконечности можно ждать. Какие-то разведданные захватил. Чего за пушки-то вообще? Следовать. Я тут не разобьюсь, если так буду прыгать. О, что за пушка? Какой-то прицел есть. Прикольно так подсвечивается. Конечно, сейчас сюда обрушится. Я как чувствую. Опа-на. Сопротивляться. Сопротивляюсь. Воу-воу-воу-воу-воу. Давай. Все, отходим. Охренеть. Держитесь. Главное, чтобы на нас это не обрушилось все. Короче, нам повезло, что тут невысоко было. Очень сильно повезло. Ну че? Нужно найти выход на поверхность. А Элонка-то где? Мы можем пойти отсюда по течению. Вот ты. Не думаю, что у нас есть выбор. Да главное, выжили. Очень-очень повезло, что там было невысоко. Следи за своим термометром. Да, куда идти-то дальше? Нырять как-нибудь? Да, нырять. Ой. Куда это я? Черт.
всплыть-то можно, нет? Или это что? Или это лед? Не понял. Продвигаться. 2, 3. Бам. Вроде все легли. Короче, надо вас брать и мочить вот с этой хрени. Блин, как так? Меня бы либо расстреляли, либо я опять от гранаты умер. Так, давайте я вас с этого с гранатомета буду ложить. Классная вещь. Хотя можно было и с обычной пушки пострелять, но что-то хочется немножко с гранатомета пошмалять. Так, чё, кто тут есть еще? Убрать их! Кого их? Чисто. Классный прицел, вообще классный, так подсвечивает. Что-то я попасть я не могу, чувак. Наша. Враги прибывают! Плати их быстро! Смарт. Контакт, оскол. Налево. Воу-воу-воу-воу! Так, этот минус. Минус. Успел гранату кинуть. Так, тут вроде все чисто тут. Вперед, вперед! Так, а их-то давайте добьем. Какой-то махач идет. Это вообще наш, не наш, тут что-то непонятно вообще. Во. Надо было гранатку бы вам сюда. Держи. Все чисто. Я вижу впереди выход. Не останавливаемся. Вроде отстрелялись. Так, мне прыгать? Ага. Классная эта тема с прыжками. Реально, как в Крайзисе. Трэш. Так. Продвигаемся. Впереди противник! Дроны! Где? Это дым. Это наверняка вертолет. Следовать. Огонь из Эми, Митчелл! Эми. Ветерок уже чувствуется! Да что ж вы меня сбиваете-то, ребят? Да я вас лучше так расстреляю. Все? Все? Опа. Блин! Ха-ха-ха! Залазь! Залазь! Ура! Я не понял, это так задумано было или... Или нет? Еще раз вниз. Прямо по курсу. Черт, они взяли груз. Сейчас мы их шмальнем всех. Открыть огонь! Да мочите вперед! Их. Мы должны взять груз. Сейчас я вас тут всех постелю с этой ухабины. Так. Я так и не понял. Я могу... Нет, это походу теплонаведение. То есть, это не я управляю. Так.
Да, расстояние, конечно, не маленькое, но очень тяжело наводить. Цель снята, все чисто. Сюда. Точно все надо чисто. Пробиться. Не давайте этому СВВП взлететь. Вот это поворот. Прикрой меня. Враги с запада. Пошли. Мы должны взять этот груз. Вернуть. Опять упал. Да что ж такое-то? Так. Сейчас, наверное, надо какую-то бомбу установить, чтобы он груз вниз провалился. Нет? Здорово. Поверь мне. Гидеон? Атлас-1. Докладывай, Джим. Атлас-1. Хуарес и Майклс погибли. Что? Хе-хей! Только сейчас, Гидеон? Ты мог уйти из Нью-Багдада с нами. И хлопали бы ушами вместе. Вопросов было слишком много. Я должен был найти ответы. Айронс планирует предупредительный уже удар. Уже нельзя упасть туда. Он втайне разрабатывал биологический. Я хожу по воде. И мы должны пойти за тобой? Хотел бы он нас убить. Нас бы уже не было. Айронс предал все, во что я верил. Я хочу закопать его не меньше, чем ты. Красивые пейзажи. Хочешь остановить пейзажи? Его, доберись до груза. Ну ладно. Че? Тогда веди нас. Вот ему я верю почему-то, что он нас не предаст. Митчелл, Кормак, хотя... Хватайте стингера и прячьтесь. Хотя тут все тоже может быть не просто так. То есть его, может быть, сказали внедриться к нам, чтобы узнать наши планы и помешать нам, в общем. Атлас 2-1, вы так. Готовы, забирай нас. Мы покончили со стражами. Вас понял, Гидеон. Сейчас, наверное, кто-то будет нас атаковать. Мы собирались улететь без вас. Вертушка наша, нет? И где она? Вон она. Прицелился. Его. Нифига, столько ракет. Все. Че-че-че, так давайте мне пушку обычную. Вернуть. Ребята. Так. Мы теряем груз. Ничего не потеряем. Сейчас. Вы не смогли забрать груз. Короче, я сразу туда побегу. Пока не дают. Бегу, 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 бегу. Все, тормознул. Вы не смогли забрать груз. Да что ж я опять не так сделал-то? В общем, я так понял, что он чисто забирает не весь, не все эти боеголовки, а чисто одну, чтобы посмотреть, что это такое. Или мне кажется. Потому что там же их много, а он достает именно одну. Бегу, бегу, бегу. Все. Так, о, у меня улучшение доступно. Давайте какую-нибудь улучшалку улучшим. Быстрый прицел увеличивает скорость прицеливания. Да я даже не знаю. А это что такое? Снижает урон от взрыва. От гранат там всяких и прочего. Бег. Время бега. Но это не сильно мне важно. Использование экзоспособности. Крайне редко использую. Ладно, быстрое прицеливание возьмем. Назад. Ну и едем дальше.